Выбежит Полунин, Красковский прицелился и передача на дальнюю штангу, потому что Красковский увидел уже движение туда от партнера. Уже бросок от защитника, Моторыгин остановил игру. Ну и снова, да, там Паренков разбирается с нападающими Локомотива перед своими воротами. Ну и на этот раз, да, без удаления не обойдется. А и еще одна хорошая атака Локомотива в начале второго периода. И передача на дальнюю штангу в исполнении Красковского на Полунина была очень неплохой. Там Полунин хоть и находился. Команда «Динамо» номер 45, команда «Локомотив» номер 90. По две минуты, грубость. Хоть и находился под опекой как раз Пыленкова. Ну и так по-хорошему разъехаться они далеко не смогли. И в итоге вот здесь уже после свистка немножко потолкались, но так не переходя границ, не снимая перчатки, в итоге по паре минут за грубость заработали, соответственно, Данил Пыленков и Александр Полунин. Ну и отправились на скамейку для штрафованных на две ближайшие минуты. Так не удивлюсь, если как раз тренерские штабы говорят.